Грамматика английского языка, 5 класс. Нам в данном упражнении нужно исправить ошибки, допущенные в предложениях. Когда он был ребенком, он хотел стать актером. У нас стоял артикль the actor, но у нас говорится про актера в целом, то есть неопределенного какого-то, поэтому артикль здесь определенный the и не нужен был. Ставим артикль an. Потому что, кстати, у нас слово начинается с гласной. Библиотека – это место, где они, хранят книги и газеты. У нас, получается, книги и газеты не какие-то определенные, а в целом. Поэтому артикль «the» здесь не нужен. Другой артикль «n», то есть неопределенные, ставить здесь тоже нельзя, потому что у нас множественные числа. Просто зачеркиваем «the». Добраться до бассейна у меня занимает 1 час. Ну, это такие, в том году у вас началась эта конструкция. То есть, или у меня занимает 1 час добраться до бассейна. Здесь главное обратить внимание, опять же, на артикль. У нас ауа вроде как начинается с согласной, но она не читается. Поэтому здесь нужно именно поменять артикль на н. У нее серые глаза и темные волосы. Волосы у нас неисчисляемые, поэтому артикль оставить было нельзя. Оставляем без ничего. У них была маленькая лошадка в деревне 10 лет назад. То, что подчеркнуто, не знаю, знаете вы или нет, говорили вам, что это менять нельзя, эти элементы. Теперь смотрим, что здесь получается. У нас 100% прошедшее время, то есть had тут правильно стоит, а вот got нам ставить нельзя. Got вы увидите только в настоящем времени. Have got, has got. Будущее и прошедшее уже год не ставим. Я думаю, у нее будет вечеринка в следующее воскресенье. Next. Sunday – сигнальное слово future, simple, то есть будущего времени обычного. А has – это present simple. Конечно, нужно согласовать, будущее поставить. Это будет will have. У меня нет сестры. Здесь не определенная сестра, а в целом сестры. То есть тут определенный артикль the, конечно, не нужен. Просто ставим a. У них не было диктанта вчера. Hadn't – такой вариант мы не ставим. Had считаем как слабый глагол. Ему обязательно нужно поставить вспомогательный did в отрицании didn't have. В диктанте ошибка. Вот здесь вариант с обстоятельством места. В диктанте. Получается, что it is ставить здесь нельзя было. Нужно через конструкцию there is здесь работать. Вот их переставили. Я не был в Лондоне. Моя бабушка не была там тоже. Концовка, во-первых, предложения. И, во-вторых, у нас отрицательные обе части предложения. Ставить нужно either. В переводе это тоже.